Быть или не быть четвертому мосту через Оби, на каких условиях? Сегодня в законодательном собрании Новосибирской области депутаты и чиновники разбирались в ситуации со строительством первого платного мостового перехода в России. Эксперты и представители регионального правительства еще раз довели до народных избранников подробную схему возведения центрального моста. Напомню, строить переход предполагают по концессионному соглашению. Это значит, что инвестор не только делает всю работу за собственные средства, но и обслуживает мост более 20 лет. По существующему проекту проезд по переправе будет платным, а собранные деньги как раз пойдут на оплату затрат инвестора. По словам экономистов, часть средств пойдет в бюджет региона, но без вопросов от парламентариев не обошлось. Подготовительный этап включает изъятие необходимых для строительства земельных участков, освобождение территории в зоне строительства объекта от зданий и сооружений, расчистку территории, шумоводящие мероприятия, вынос коммуникаций. У меня такой вопрос. А не уточняли, кроме всего остального, есть ли земли, которые принадлежат частным предпринимателям, и сколько это будет стоить, и кому они принадлежат? Это первый вопрос. И второй. Все-таки, нанимая экспертов, которые, к сожалению, действительно не могут убедить депутатский корпус, и вопросов слишком много, не дорого ли они нам обходятся, и почему все-таки нет конкретных цифр, которые могли бы охарактеризовать данный проект и снять многие вопросы, о которых мы сейчас задаем. Спасибо. С тем, что еще один мост Новосибирску необходим, депутаты в основном согласны, но хотят минимизировать риски. Так, например, сейчас в тексте соглашения указано, что если по каким-то причинам трафик по переправе будет ниже запланированного, убыток инвестору должны компенсировать из регионального бюджета. Участники сегодняшнего обсуждения рекомендовали правительству области изменить инвестиционный конкурс, чтобы всю ответственность за невыполнение экономического плана на себя взял сам инвестор. Тем самым областная казна не будет обязана возмещать недополученные доходы. Следующее обсуждение проекта глобальной стройки проведут в начале августа.